Всем доброго времени суток, всем привет! Сегодня приготовим очень вкусное, интересное блюдо, главное из самых простых продуктов. Для нашего оливье, так сказать, постного, потребуется 2 картофеля отварных, сваренные в мундире, 1 огурчик, соленый или квашеный, нету соленого, квашеного, берите маринованный, 1 морковь отварная, варила минут 20, и вот такой вот сыр, тут грамм 120, сыр тофу, он нам заменит яйца отварные. Лучок грамм 50, черный перчик, горошек консервированный, ложки 3-4 грамм 100, и у нас майонез домашний, постный. Ссылочку оставлю на майонез, как приготовить домашний майонез постный. Конечно же, нам потребуется селедка, одна большая, жирная, мы ее почистили, сейчас будем нарезать. Я добавлю лучок зелененький, укропчик, в общем, зелень берем по вкусу, по желанию. Итак, беру горошка 3-4 ложки. Грамм 100 по весу примерно. Этого достаточно. Остальные ингредиенты мы мелко нарезаем. То есть готовим оливье из селедки. Все нарезаем как на оливье. Я думаю, это все знают как. Вот так. Огурчик слегка вот так прижимаем. У меня, видите, особо жидкости нету. И отправляем в чашку. Также нарезаем картофель. Картофель я варила в подсольной воде 20 минут. Особо не переваривайте, тогда вы будете нарезать кубиками. Вот так. Вот такие кубики. Тоже отправляем в чашку. Морковку тоже нарежем кубиками. Пол сантиметра толщиной, шириной у меня кубик примерно. Морковочка вареная? Отварная морковь варилась тоже примерно 20 минут в подсольной водичке от момента закипания. Вот так. Отправляем в салат. Нарезаем сыр тофу. Он нам заменит яйца отварные, а селедочка нам заменит колбаску вареную или Ничего курицу. Себе. Такого вы не пробовали. Уверяю вас, такого в YouTube нету. Салат оливье из рыбы. Вот таким кубиком мы порезали сыр тофу. Тофу сыр продается везде, в любом супермаркете. Так что и пишите, что такое у вас не продается. В любом супермаркете. Стоит он недорого. Нарежем лучок. Также примерно мелким кубиком. И вот так. Тоже отправляем в чашку. И нам останется порезать рыбу. Заправить все постным майонезом. Зеленью. И подать на стол. Рецепт найдете под видео в описании. Также под видео есть ссылочка на наш семейный канал, на Инстаграм, на Яндекс.Дзен. Заходите, подписывайтесь. Селедочку мы почистили сами, руками. Вот так. Чтобы рыбка была идеально чистенькая. Ну и нарезаем на мелкие кубики. Икру мы тоже порезали. Отправляем в салат. Я добавлю немножечко укропа и зеленого лучка. Рецепт вы найдете под видео в описании. Также под видео есть у нас ссылочка на наш семейный канал, на Инстаграм, на Яндекс.Дзен, на канал Галина Кухня Лайф. Заходите и подписывайтесь. Всем спасибо за комментарии, за лайки и за ваши добрые пожелания. Майонез у меня, как я и сказала, 100 грамм. У меня майонез на основе оливкового масла, поэтому цвет зеленковатый. Да-д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 а
кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Не забываем включить колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео. Ну и всем пока-пока!